На места коммунальных провалов сегодня отправился и городской дозор. По традиции, раз в месяц Юрий Шумков возвращается с проверкой. На этот раз объезд показал, что не все ответственные лица держат слово. Где стало еще хуже, а где удалось исправить ситуацию, об этом следующий материал. Максимальной осторожности требовал каждый выход от жителей из этой новостройки в микрорайоне Светлый. Подъездное крыльцо буквально рассыпалось под ногами. Всего за полгода бетон раскрошился, повсюду торчала ржавая арматура. Коммунальщики пообещали нам в июле приступить к ремонту. Управленцы не обманули, ремонт начался, но, по словам жителей, стало только хуже. Неделю назад плитку сняли, до сих пор стоим. Ходят рабочие, куча мусора снятого. И все, после этого работа не двигается. Переломать ноги рисковали жители подъезда в коротком переулке. С последней ступеньки человек шагал в яму. В управляющей компании нас заверили, что заявка на реконструкцию уже оформлена. Теперь при спуске по лестнице уже никто не провалится. Обещанная заливка пола ликвидировала яму. Как рассказывают коммунальщики, вскоре они установят и обещанные перила. Пока из-за большого числа заявок до этого руки не доходят. Вот так выглядела единственная дорога от умельцев до ближайшей остановки. Еще когда забор городили, жители ждали какого-то подвоха. В тот раз обошлось без жертв. Застройщик заверил, что все восстановит. Но вместе с чиновниками района мы настояли на дополнительных мерах. Местные работу уже оценили. Ну, ходить стало приятнее. Потому что мы ходили между двумя заборами, все время боялись, что упадет на нас что-то. Забор отодвинули на 3 метра. Даже в темное время суток здесь не так страшно. И самое главное, плиты укрепили основательно. Только на второй год нам удалось обезопасить этот проход для пешеходов. Поэтому, если у вас с первого раза что-то не получается, советуем не отчаиваться. Юрий Шумков, Александр Кожеватов, Городской дозор.